И, наконец-таки, заключительный 12 номер за 13 год. Значит, у нас тут что? От издателя. Луна рекомендует в декабре. Приметы и особенности декабря. То есть, имея годовую подписку за 2013 год, вы тем самым можете в 2016-2017 году смотреть, ага, а что было там, допустим, в декабре месяце такого-то числа, а как это там сказывается и так далее и тому подобное. И сами проверить, действительно ли совпадают вот эти вот рекомендации наших предков по тому или иному дню с современными, или же нет. Познавательно-практически это значит разбор системы Горина. Как правило, почему вот системы создают в основном больные люди? Вот, как правило, я то здесь и перечислил, системы, созданными в прошлом больными людьми. Потому что они через этот процесс сами прошли. Они столкнулись с тем, что ага, вышли в жизнь. Мать его так, да, сначала. Юные, здоровые все. Сейчас мы тут наломаем дров. Столкнулись с жизнью, она их только раз в бараний рог закрутила. А возраста там 30 лет, а то меньше. Жить-то хочется. А как? Сунулись к врачам, естественно, они там что-то полечили, но видят, толку-то нет. Никто бы не занимался здоровым образом жизни. Народная медицина, если бы они пришли к врачу, такая, хоп, таблеточку тебе или укольчик только раз, и ты здоров. Здоров опять-таки поскакал и все, ни о чем не думаешь. Но не так это, понимаете, болезнь, оказывается, это своего рода такое предупреждение, что ты неправильно живешь. В первую очередь из-за того, что ты своей головой не так думаешь, и поэтому из-за этого ты не так действуешь в этой жизни, там что-то там ешь, эмоционируешь, там еще так ведешь, ага, там вот это вот хорошо, это там плохо, ага, надо тут выпить, надо, значит, вот сладостями прочими позаниматься, но все же это на базе нашего здоровья, оно ее-то подрывает, видите, и тогда дается болезнь, которая говорит, ты не так живешь, он пришел к врачу, вот тебе деньги, излечи меня, а врач, естественно, деньги взял, что-то там ему дал, но толку нету никакого, потому что нету внутренней работы у человека по изменению самого себя в лучшую сторону. Запомните это. И вот тут и начинается поиск средств, все тут ходят, лечатся. Дальше опыт и осмысление оздоровления, что-то там они там находят-то такое. И далее уже действуют, осмысливают и выдают те или иные оздоровительные системы. А я эти оздоровительные системы исследовал. И вот как раз вот здесь вот я и описываю. Тот же Сытин. 19-летний паренек, молодой. Война. Ранили. Все. Ранения серьезные. Дальше, значит, на этом его там жизнь, как обыкновенно человека, как врачи сказали, да, все закончилось, вот у тебя то-то, 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 вот тебе инвалидность, и давай, значит, на лавочке сиди, доживай там, что это. Нет, человек начал осмысливать, начал искать, обратился как к психологам, вот, пробовать на себе, сняли инвалидность, потом под старость еще там, я уж только не знаю сколько там, за 70 что ли ему лет было, ну, точно я не хочу сказать, но где-то так, сделал ребенка, то есть человек, которому в
все перечеркнули, он стал совсем иным, здоровым. И когда человек начинает разбираться, что он делал не так, все это дело устранять, а если он научится еще с помощью определенных методик, а это в основном образно-волевые настрои, это какие-то волевые напряжения, ну и ряд там других, дополнительно вызывать из пространства потенциал жизненных сил на себя, вкладывать в свой организм, он будет жить и процветать, в отличие от других людей. И это все ему дала болезнь, которая явилась ему во благо. То есть каждую болезнь, которая дается, человек должен сначала рассмотреть, а зачем она далась, а для чего, а что надо сделать, что надо изменить. И когда он это делает и меняется, он говорит, болезнь отступает и дается, это феномен интересный, новые возможности, более высокий уровень жизни. И, как правило, все эти люди, пройдя через свои собственные болячки, создав систему оздоровления, они вышли совсем на иной жизненный уровень, более высокий, и в здоровье, и в благосостоянии. Вот что удивительно. Нарбеков, что искал, встречался я с Нарбековым, с Фотиной. Возможно, встречался, но не помню. Нарбеков такая яркая личность, и мы с ним даже собрались книжечку написать, но что-то ничего не получилось. Но тем не менее, вот такой человек живчик, знающий, что такое эмоциональность, что такое энергетика, и умеющий это, знаете, умеющий зажечь, будем говорить, себя и окружающих. Это удивительная вещь. Так, вот интересно, видите, я тут описываю, по-моему, и Власова Юрия Петровича, нашего тяжелоатлета, который первый завалил всех этих американцев в 50-х годах. Ох, сильные они были. Вот. Очень важно, видите, для того, чтобы как вот оздоровительное мышление. Исключить слово «болезнь» из своего сознания. Ну, к сожалению, лично меня, что касается, постоянно приходится работать, так и так сталкиваться. Но, тем не менее, я стараюсь это. Так вот, как можно чаще мысленно и вслух повторяйте себе «я здоров», «я счастлив», «я молод», «я все могу». Вот тут такая фраза у меня есть. Я неуязвим. Частица «не» обычно там не читается, и поэтому получается «я уязвим». Поэтому надо заменить это слово «уязвимость» на такое, что ну примерно так. Ну примерно так. Я тверд и велик. Тверд и велик, это уже подразумевает, что к нему не так-то просто что-то проникнет и повредит его. Вот, вот это все это разбирается, теория, принципы натуральной гигиены, опыт и осмысление оздоровления. Сейчас я с самого начала, с божественного уровня стараюсь все это осознать, описать в газете. И вот где-то второй номер газеты за 16-й год был вот так вот уже написан. Теперь, к сожалению, я делаю календари и ряд других вопросов у меня. И это дело, скорее всего, несколько отложится с написанием третьего номера. Вот, и вот идет все это
познавательно-практический раздел, правила ниши, как он познавал, применял, что он выдал, какие правила здоровья, очень интересные. Вот он один из тех людей, который столкнулся с тем, что во время сна идут подвывихи позвоночника. А человек ложится, вот он лег спать, все у него спина вроде ничего не болит, все, он лег спать. Во время сна он расслабляется, из-за кривизны там матраса, постели происходит, даже я бы сказал так, не столько, вернее, Ниши думал, что так, из-за того, что человек спит на неровной кровати, на слишком мягкой, у него возникают вот эти подвывихи. Потом он встает и чувствует, ага, вот тут не так, вот так не так. И он придумал упражнение «Золотая рыбка» и другие, которые этот дефект после сна устраняют. Да, это может быть. Но вот лично со мной, я думаю, с большинством других, проблема оказалась намного глубже. Из-за того, что у нас от эмоциональных переживаний накапливается энергия эмоциональная, она накапливается в виде напряжения, и это напряжение в той или иной мышце связки остается. А что такое напряжение? Даже боль. Боль – это вот стягивание. Когда что-то стянуто, когда что-то спазмировано, да? Когда что-то сокращено, зажимается нервные окончания, там, в связке, в мышце, еще где-то, и возникает боль. Боль – это как раз говорит о том, что чаще всего это связано со спазмом мышечным, значит, И вот смотрите, что получается. Вот эти вот микроспазмы у нас имеются там во внутренних органах, в мышцах. И они, у нас же все там в мышце, внутренние органы должны поддерживаться, иначе они упали бы. Вот. И вот эти вот мышцы слегка спазмированы. Сосуды, они тоже в мышечной оплетке, тоже слегка спазмированы. Протоки могут тоже быть слегка спазмированы. И когда мы спим, спазм не уходит, а, смотрите, мышечный тонус с позвоночника снялся, а вот эти вот все внутренние органы, которые прикреплены, опять-таки, с помощью сухожилий к позвоночнику, они остаются напряженными. И за счет напряжения, которое имеется там, спазма, они, оп, и выдергивает позвоночник, привычно выдергивает его. Человек лег спать, вроде бы нормально там, а проснулся, позвонок ушел. Лег, ему поправили, спать нормально, проснулся, он опять ушел. В чем проблема? А проблема именно в этом. Помимо того, что мы вставим там с помощью там золотой рыбки и других упражнений позвонки на место, надо еще ликвидировать тот спазм. А этот спазм еще может быть от воспаления, где-то у нас скрытое воспаление идет в половых органах, в почках, в районе мочевого пузыря. Но все это передается опять-таки на связки, на мышцы, и они вытягивают наши позвонки ночью, смещая их. То есть надо вот эту вещь, висцеральную область, то есть внутреннюю брюшную область, оздоровить и расслабить. Вот в чем еще проблема, видите? Не так-то все это просто, как кажется. Итак, мы с вами закончили газету на 13-й год. Смотрите, читайте. Вещь весьма интересная. Тут целая, можно сказать, кладезь разного рода информации.